Представьтесь, пожалуйста, расскажите в роли кого вы на сегодняшних соревнованиях. Здравствуйте, Севастьянова Михайловна. Пришла болеть за своего деда. А за кого конкретно? Покажите, пожалуйста. Вот он, Севастьянов Вячеслав Николаевич. Вот прям самый первый лунку. В красной корточке, нет, да? В синий. Он шапки меховой. Ага, вижу. Вот он делает. Лунки делает, да. Он очень переживал, хочет победить. Район Зябликова представляет. И очень-очень стараться будет. Ага, спасибо огромное, будем тоже болеть.